Вот серьезная машина готовится. Пока и даже с парковки тяжело выехать. Сейчас он покажет, я чувствую, высший пилотаж. На заднем приводе. Олег, передок включи. Блин, вот это экономит на топливе. Экономит на топливе, да? Подожди. Смотри, что делает. Хочет поцарапать мою машину. Не, не хочет. А, давайте драг-рейсинг. Вот нормальная тема. Подожди. Слышишь, драг-рейсинг. Вот вы вдвоем становитесь. Юра, стой, стой, стой. Я тебе пару для драг-рейсинга нашел. Смотри. Да, вон он, видишь, тоже стал. Попробуйте, не? Четыре... 4 метра, кто первый 4 метра проедет? Делаю ставку на 2. Так, тихо, отойди, Тоша, отойди, 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 отойди. Вот эти маньяки, вот один. Ну давай, тренировочный, привет, сколько лет. Пока тренировочный греет трассу, называется, да? О. Все. Так, с этим понятно. Следующий. Следующий давай, конкурент. Что-то он там включает. Все, что можно включить и выключить. Блин, тут серьезная машина. На сликах каких-то. Навигатор включил, да? Да, да, да. Чтобы не потеряться в луже. Смотри, что делает. Охренеть, я думал, он на багерах, он на сликах, блин. Да, блин, ему уже надо фолловеров заводить своих. Нормально идет. Опыт большой. Красавчик. Красавчик. А вот его конкурент, конечно, взял в глубоком месте, пошел, почувствовал силы. Я снимаю, у меня включено. Есть выезд, только вот где-то вот так надо преодолеть будет. В принципе, выезд есть. Может, вот так, не скажу, надо мерить. Нет, тут я проехал все. Потом думаю, что-то никого не видно, блин. Позвоню, спрошу, где вы. Так, маньяку понравилось. Ух, тут движение началось серьезное. Смотрите, что творят. А. Да подожди, тут же серьезная машина проезжает. Красиво идет.
Что творит, блин? Ну, это чистый маньяк. Тут ему мешает машина вот одна. Та не мешает. Давай! Саня, стой, Саня! Хочет утопить юрца. Да мешаешь он выехать, не, ты мешаешь, не даешь выехать. Машина, серьезный внедорожник. А он, ага, он катает сзади пассажира, просто купает его. Звуки жесткие. Саня, стой! Саня, стой! Я сфотографировать его хочу. А ну, Артём, отойди, я сфоткаю. Отойди, отойди, отойди. Что-то в раздатке. Так, ну тут понятно. Давай! Следующий. Маньяк. Следующий маньяк берет разгон. Красиво, шикарно. На, фотографируй. Тут стоит серьезная дымовая завеса, блин. Отсюда, Артём, Антон. Вот это маньяк. 14 ноября даже ему не помеха. Фотографируй. Мне кажется, ему мокровато там. Мне кажется, у него что-то намокло. Крис, не выходи, купайся. Блин, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. А тут же все продолжается еще. Это ж весь пейзаж не виден. Ох и маньяки. Пытаются меня спровоцировать, но меня не возьмешь. Я только попылесосил салон. Сейчас. Это не мой день. Вправо руль! Вправо руль! Вправо, вправо. Скажи, вправо руль пусть вывернет, Артём. О, все, хорошо.
Таких маньяков ты не видел. Вот человек первый раз у нас. Первый раз. Посмотрите, в каком он шоковом состоянии находится. Фолловеры, гляньте на него. Он даже не может никакие черты лица не шевеляться вообще. Якорь у него классный, конечно. Даже шевелится якорь, блин. Все, тут понятно. О, маньяк тоже продвигается вперед. Люди входят и выходят, продвигаются вперед, да? Маньяку Крису ехать очень сыро. Не, нормально. Погода шикарная просто. Бородатый провоцирует меня. Вон он стоит на пригорке. Стоит и провоцирует. Говорит, ты едешь? Давай машину проеду. У нас новая специальность. Видеосъемка. Правильно? Если я утону, кто снимать тогда будет? Да, говорит, бородач говорит, с Криса вода вытекает, да? Из котлеты и своя у него течет, видно, да? Там же прохладно, поэтому вода течет, Паша. Вот этот легендарный автомобиль, который многократно преодолел это страшное место, блин. На сликах, покажу слики давай. Где ты их нашел? Это где-то на шиномонтаже тебе подарили? Или? Асфальтная резина. А, это для этого. Да. Для города. Для столицы. Хорошие шины. 11 регион. Что, поедешь еще? Что-то да, такие звуки издавало реально страшно. А вот, кстати, неизведанная, смотри. Давай Пашу туда сейчас. Паша, где ты?